Здравствуйте, дорогие подписчики и гости. Вы на канале Бестудия. И сегодня мы поговорим об официальной статистике. Итак, о чем говорит статистика? Новый коронавирус по сравнению с другими вирусными вспышками, такими как SARS, MERS, H1N1, Эбола, побил рекорд по количеству заболевших. И это пока беспрецедентный случай. Здесь у него нет конкурентов. Но по уровню смертности это не так. Коэффициент смертности много ниже, чем у предыдущих коронавирусов. Смотрите сами. Кроме того, умирают в основном люди пожилого возраста, старше 70-80 лет, как правило, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Интересно, что вирус щадит, если можно так сказать, детей возрастом до 10 лет. Количество случаев заболевания начало уменьшаться. Смертность не так заметна, но тоже снижается. Это позволило принять китайскому правительству некоторые оптимистические решения. В частности, ослаблены ограничения на перемещение в некоторых местах, включая Пекин, даже в столице провинции Хубэй, городе Ухань, который находился в карантине несколько недель. Власти разрешили здоровым людям покидать город, но только по исключительно важным причинам. И вроде бы есть основания для оптимизма, тем более, что китайские врачи объявили о положительных результатах в использовании лекарств, разработанных ранее еще для лечения Эболы. Но, как всегда, есть но. А дело в том, что согласно неофициальным опросам интернет-пользователей, более 80% не доверяют китайской статистике. Хотя и признают, что процессы, связанные с коронавирусом, замедляются. Но где? В Китае? А в остальном мире? А в остальном мире быстрый рост заболеваемости говорит о другом. И говорит о том, что все еще может быть только начинается. Всего 4 дня назад эпидемией было охвачено 33 страны, а сейчас уже 44. В Италии на прошлой неделе было только 3 случая, сейчас 323. И по состоянию на понедельник, это самая большая известная вспышка за пределами Азии. В воскресенье Южная Корея заявила, что она поднимает уровень национальной угрозы до красной тревоги, самой высокой, поскольку только за воскресенье было подтверждено 169 новых случаев заболевания. И хотя в большинстве стран это единичные случаи, тем не менее, опасения по поводу пандемии и коронавируса усилились после резкого роста заболеваемости в Италии, Южной Корее и Иране. А Всемирная организация здравоохранения успокаивает: «Мы находимся в фазе готовности к потенциальной пандемии», заявили там в среду. Ну и нам тоже нужно быть готовым ко всему и быть начеку. А как быть начеку и как нужно действовать, чтобы коронавирус не распространялся, учит учебный ролик, созданный китайцами. Вы смотрите, а я прощаюсь с вами, будьте все здоровы и до новых выпусков. Oh!
放开了，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 放开